Мы хотим понять вашу точку зрения. Смог ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых, так как это сформулировано в указе президента? Включите режим голосования, пожалуйста. Так, а можно показать раздельно, коллеги, как проголосовали у нас госслужащие и все остальные? У нас 61% тех, кто верит в то, что будет экономический рост, но 22% всего среди всех остальных. И 39% неверующих среди госслужащих, 78% среди всех остальных. Но это хорошее начало. У нас есть что пообсуждать. Но вы понимаете, да? Российская элита не верит в нацпроекты, в которые вбухиваются триллионы рублей. Кого приглашают на завтрак Сбербанка? Это чиновники, представители делового сообщества, главы крупнейших корпораций. Нет доверия. Но вот почему? Это главный вопрос.